В минувшие выходные ученики гимназии номер 5 провели ежегодный 7-й туристический слет. Он был необычным. Что интересного подготовили гимназисты? Подробности в нашем сюжете. Туристический слет превратился в увлекательное путешествие по страницам школьной жизни, в которое наряду с рутиной обязательно должно найтись место творчеству. Ребята подготовили целую программу. Одни переоделись в настоящих циркачей и разыграли целое представление. Другие вовлекли зрителей в динамику спортивного танца. Третьи состязались в актерском мастерстве. В мире много сказок, грустных и смешных. И прожить на свете нам нельзя без них. Именно на таких встречах рождается гимназистское братство. Ребята приняли клятву участников соревнований. Клянусь. Не нарушать правила соревнований. И уважая своих соперников, независимо от их возраста и силы. Туристический след не мог обойтись без спортивных мероприятий. Состоялась массовая зарядка, затем спортивное ориентирование и туристическая полоса. Гимназия – как одна большая дружная семья, в которой не бывает победителей и побежденных. Ребята получили массу положительных эмоций и на учебу пошли с отличным настроением. Гимназия!